Доброго времени суток, всех рад приветствовать на нашем канале Криптозомби. В этом видеоролике хочу сделать обзор на новую NFT-игру. В данную игру можно начать играть уже прямо сейчас. И данная игра у нас находится, то есть играется по системе Oracle. Да? Ну, надеюсь, что такое система Oracle, уже, в принципе, все в курсе, все все знают. А перед началом видеоролика, как обычно, хочу порекомендовать подписаться на наш телеграм-канал. Вайтлисты, аирдропы, новости NFT-игр, вообще все, что связано с NFT-играми, да, то есть какая-то халява, также проводим какие-то розыгрыши, денежные, персов, еще много всего интересного. Ссылочка будет в описании под видео, переходите, подписывайтесь. Итак, ребята, значит, что у нас из себя представляет данная игра, да, значит, Crazy Miner, все-таки Crazy Miner. Вот, ребята, и давайте будем честны, ну, я слукавлю, да, если скажу, что я нашел данный проект. Нет, данный проект я увидел тоже у одного блогера, в принципе, я уверен, что те, кто смотрит меня, смотрят и его 100%. И я бы не записывал данное видео, в принципе, да, если бы не одно «но». Цена токена до выхода видео и после выхода видео. Вот я просто говорю честно, почему решил сделать данное видео. И вообще, в принципе, я хочу рассказать о игре, потому что, возможно, и игру кто-то захочет войти, почему нет. И также поговорим по поводу курса монетки, да, и как человек может каким-то образом повлиять, либо не повлиять. В общем, давайте обо всем по порядку, смотрите. Что касаемо самого сайта, значит, игра у нас будет на Binance. Что такое система Oracle, я думаю, все в курсе. Также хочу сказать небольшое такое, знаете, отступление по поводу того, что многие говорили, что когда и что-то касается системы Oracle, это полное дно. Тут я с вами, ребята, не согласен, от слова совсем. Многие говорят, что CryptoMines вот говно загнулось, да. Только давайте я вам напомню на секундочку. CryptoMines сделал 700 иксов, да, добрый вечер, на секунду, за 4 месяца. Напомните мне, кто делал такие иксы. Там заработали огромное количество людей, да, и опять же, я не устану повторять, CryptoMines дал вообще просто всем, что такое понятие системы Oracle, и после него уже начали все там подсасывать, ну, грубо говоря. Ладно, в общем, не об этом. Значит, что у нас касаемо самой вот этой Crazy Miner, значит, игра у нас будет на Binance, соответственно, комиссии, все, это мы все понимаем. Значит, что нам нужно, чтобы играть, да, у нас будет своя комната, в этой комнате, сейчас я вам покажу, то есть нам должна быть комната, также у нас должен быть вот установка, да, типа, ну, как для майнинга, как я понимаю, да, то есть майнинговая установка и человечек. Давайте сразу я также вам расскажу по поводу входа в игру, сколько это будет стоить. Значит, смотрите, ребята, вход в игру у нас 0.020 BNB плюс 14 PVR. PVR, ребята, это токен проекта. По поводу токена, поверьте, мы сейчас еще поговорим более детально, там есть о чем поговорить, а точнее, по поводу цены токена. Итак, давайте, значит, считаем 0.020 10 долларов, 14 этих по данному курсу, да, смотрите, данный курс 0.67. Кстати, вчера, когда выходил видеообзор, он был 0.27. Ну, бывает такое, да. Вот, значит, смотрите, 14, да, сколько это, 10.7 долларов. Да, правильно я считаю, да? Давайте да, все-таки глянем, почему нет. Чтобы быть уже прям совершенно точным. Да, все правильно, вот оно, в принципе, 14 и еще 10, соответственно. У нас 20 долларов, это мы только заплатили за комнату, ребята. Также нам нужна одна установка и человечек. 0.50 и 0.50, соответственно, 20 долларов. Так мы посчитали, 20 долларов комната, 20 долларов, 20 это 40, 60, плюс 37 и плюс 44. 44 плюс 37 у нас получается 81, да, ну пускай 82. Соответственно, давайте еще накинем. У нас уже, да, было 60, я правильно посчитал? Вроде бы правильно, 82. И получается плюс 55. Вот где-то такое. Итого у нас выходит в районе 140 долларов. Если быть плюс-минус где-то там 130-140 долларов, да? То есть вход в игру у нас будет. По поводу окупаемости я сейчас вам тоже покажу, сколько у нас будет приносить наши люди, человечки, да? Вот, смотрите, значит, вот, вот, допустим, самый первый уровень. А, сейчас я вам еще расскажу. Награда будет 7 SPVR. Но, ребята, 7 это не вот этот токен, который 0.7, сейчас я вам покажу, да? То есть не вот этот основной токен проекта. А именно я, то есть я более детально, конечно, покопался чутулю. SPVR, да, это именно будет, смотрите, то есть он привязан к BUSD. То есть один SPVR это будет один BUSD. Неважно, то есть какая цена будет вот этого токена, да, основного токена проекта, где у нас эта цена. Вот 0.67, да. То есть вот она, наша награда, соответственно, за первый уровень, да, там нашего похода мы получаем 7 долларов. Но, ребята, давайте сразу я вам напомню, газ. Так как это BNB, так тут все, тут просто за все нужно платить газ, плюс энергия, плюс у нас тратится энергия с каждым походом. В общем, к чему я говорю? К тому, что мне, допустим, я скажу честно, и еще одна из причин, почему мне не нравится этот проект. Игроков мы можем только минтить, то есть у нас рандом. И теперь я рассказываю, да, допустим, смотрите. Сейчас, так, стоп, нет, не сюда. Короче, вот смотрите, мы заминтили нашего человечка, да,
вот этот хэш-мощность, да, у нас нужно как минимум сотка, да, чтобы ходить на первый уровень, да, ребята. Соответственно, мы заметили нашего человечка, и как бы есть такая маленькая вероятность, что нам выпадет не 100, а 10. Или, допустим, давайте сейчас я сейчас вернемся, я вам еще раз покажу, чтобы вы понимали, да, дабы я не балабольщик. Вот, смотрите, допустим, мы взяли троих, дабы наверняка, да, ну вот троих, я молчу про то, сколько мы отдали денег, неважно. Допустим, оп, и все по 10, итого у нас 30, итого мы все равно не можем даже ходить на первую миссию. Ну, я просто буду называть это первой миссией. Но, ребята, дабы быть честным, потому что я не хочу что-то говорить плохое или хорошее, я всегда стараюсь объективно как-то судить, да, оценивать какие-то моменты. Но есть вероятность, что вам может выпасть и что-то хорошее. Ну, как бы, кому как повезет. Допустим, я не сильно в это верю, ну, честно скажу. Но я знаю, что бывают случаи, когда реально везет, то есть выпадет что-то хорошее, и, допустим, вы вложили... Так, еще раз, давайте к денежкам перейдем. Вы вложили, допустим, там, ну, вот этих $130, да, а там вам выпал какой-нибудь супер крутой, там, да, и вот, оп, и вы там получаете, там, уже за одну миссию, там, 35. Может такое быть? Может такое быть. Вот, ребята, но давайте перейдем к этому. Я вам еще также хочу рассказать, что на самом деле здесь, в принципе-то, есть много, то есть реально положительных моментов, да, то есть они прошли аудит, открытая команда, то есть это плюс, 100%, это даже, ну, не о чем говорить, это 100% плюсы, это очень хорошо. Но, ребята, вот этот рандом, да, то есть что мы только можем заметить, вот это огромный минус, который отталкивает, то есть я могу вложить огромное количество денег, да, относительно моего у банка, да, и мне не выпадет ни хрена, да, я извиняюсь за выражение, ну вот вообще ничего не выпадает, все, я бабки трачу, на миссию ходить не могу. То есть даже вспомним тот же криптомайнс, ты зашел на маркет, оп, ты знаешь, сколько тебе надо мощности, кто-то там с большими, там, да, киты захотели 1100 этого, ну, давайте, пауэра, да, силы, они просто взяли, потратили бабки, но они взяли 1100. То есть они уверенно взяли, да, там уже потом у них только начинается рандом с процентом соотношения типа на победу, да, то есть, ну, пройдешь миссию, не пройдешь. Вот это основной, как бы, для меня минус, то, что можно только заметить. И поэтому, ребята, скажу честно, если у вас немного денег, как у меня, и, ну, вы сильно верите в удачу, можете попробовать. Если вы думаете логически и понимаете, что это такое, то я, как бы, не советовал. А теперь давайте перейдем по поводу самого токена. Я полностью, я вам скажу так, я всегда считаю, что игры, которые выходят на системе Oracle, они растут, потому, ну, так вот устроено, да, и если мы вспомним абсолютно все игры, там реально всегда был рост токена, ну, реально, это правда, блин, ну, что тут сказать. И вот теперь о чем я хотел сказать. Я, допустим, в игру входить не буду, потому что для меня это большой вход, а учитывая то, что я даже могу не получить из своего самого первый уровень, нет, спасибо, до свидания. Но я говорю честно, игра довольно-таки неплохая. Пройден аудит, открытая команда, есть плюсы. Ну, то есть, опять же, смотрите на свой банк, я не могу сказать, что я рекомендую или не рекомендую, я просто делаю обзор, как обычно, короче, да. Просто как вижу, так говорю. То есть, если есть бабки, почему нет, можете попробовать. Но... Вот что я могу, и то, даже это я не буду советовать, я скажу так, что сама монетка, она всегда, ну, то есть по системе Oracle, она, в принципе, должна расти. Я не беру сейчас в расчет криптомайнинг скамовский, да, этот, там, где были все права у одного человека, там, и так далее. В общем, суть не в этом. Просто что хотелось бы сказать, вчера, на данный момент, да, вот на вчера, эта монета стоила 0.27, и... Ну, блин, я уверен, что меня смотрят те же люди, которые смотрят многих блогеров, и вот, давайте скажем, просто какой-то блогер с довольно большим комьюнити, да, то есть он сделал обзор на данный проект, и токен скаканул. Да, может быть, конечно, мы слишком переувеличиваем заслуги, да, то есть как бы не слишком ли он такой уже прям, да, что опа, и все там залетели, может быть. Но сам факт, ребята, токен скаканул. Теперь скажу просто, а максимально честно. Я не знаю, блин, пойдет он вверх или не пойдет. Я скажу так, если данный проект будут пиарить такие же блогеры, как это, да, в принципе, любые блогеры будут делать обзор, если сами разработчики будут вкладывать деньги, да, в маркетинг, да, то есть они будут делать рекламу, то токен будет расти 100%. А может и нет. Вот и все, как обычно, крипта. И поэтому, честно скажу, я не знаю, у меня просто нету денег, да, потому что все свои даже маленькие грошики, да, я вкладываю в развитие там Телеграма, ну, если быть честным, да, то есть у меня не особо нету, ну, просто вот пока нету, но на какую-то сумму, ну, каких-нибудь долларов 30, может быть, бы я и взял,
Я и так и думал, пока, ну, то есть я смотрел обзоры, да, на данный проект, читал white paper, и потом ради интереса зашел и посмотреть на курс, думаю, ну, вот был там 20 там, да, был, давайте там глянем. И потом, то есть, вот он, да, вот сам, вот так он с самых низов так вот за день скаканул. Бывает, бывает. Вот, и как бы я думал, ну, может, есть смысл взять. Я скажу так, ну, вот смотрите, а те, кто ушел вчера, уже сделали, да, там 2,5 икса сделали. Что будет после, будет или не будет расти, я не знаю, и никто не может знать. Я вам просто объясняю очевидные вещи о том, что если команда будет пиарить свой проект, будет, то есть, рекламировать, да, то есть, делать вот это, он будет расти 100%, однозначно. Ну, то есть, хотя это, в принципе, логично. Но есть и такой момент, ребята, что вот, допустим, один там какой-то человек, скажем, топовый, да, с большим комьюнити, вот он, опа, в люди влетели, пэх, а и все. То есть, больше, если рекламы нет, то, соответственно, про проект никто не говорит, как, что будет, конечно, курс покатится на дно. Поэтому, ребята, ну, то есть по поводу входа в саму игру я вам рассказал. Рассказал про окупаемость, рассказал про все эти моменты. И также хотел объяснить по поводу монетки, что, в принципе, шансы сделать какие-то иксы есть. 100% есть. Вот, поэтому, ну, а уже брать, не брать, думайте сами. Поэтому на этом, ребята, у меня все. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда отвечаю за обратную связь. Всех, кстати, с прошлым Рождеством. Всем хорошего настроения. Всех обнял, приподнял. Всем спасибо. Всех пока.